Приветствую, друзья! Зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. И я вам сейчас буду показывать свои доходы за июнь месяц 2018 год. Это уже стало традицией, я стала снимать свои доходы. Начнем с 1 июня. Зелененькая стрелочка и галочка. Это у нас входящие транзакции. Вот, смотрите. 10... 5. Так, идет ли моя запись? Запись у нас идет. И смотрим. Потом я расскажу, где я зарабатываю. Можете по ходу считать сразу. Зелененькая стрелочка – это входящие поступления в долларах. Минус – это вывод на карточку, либо на Киви кошелек, либо на карту Сбербанка. В общем, минус – это вывод средств. Вот это начало июня у нас. И смотрим числа. Практически каждый день я получаю денежные переводы. 5, 6, вот начнем с 1. 1, 3, 5, 6 июня, 6. Все 6, 6, вот. 10, 5, 15 долларов. Дальше смотрим 6, 7, 8. Вывела 50 долларов. И едем дальше. Идем. Тут можно показывать долго. И транзакцию я вам любую открою. Холворд. Я зарабатываю в проекте Холворд всем миром. А также зарабатываю в проекте GMMG. Тоже благотворительный проект. Я в нем 2 месяца. Нас смотрит 21 человек. Я веду сразу трансляцию ВКонтакте и делаю запись с экрана, чтобы убить двух зайцев. Еще на руках сидит у меня 2-месячный ребенок. Сразу убиваем 3 зайцев. Развлекаем ребенка еще. Я мамочка в декрете. Моему ребенку 2 месяца. 20 июня уже дошли. Сразу открываю внутреннюю транзакцию. Это вот всем миром. И едем дальше. 21, 22, 23. 23 июня мы уехали на море, а деньги как шли, так и продолжают идти. 23, 24, 25. Это все я была на море. И деньги все равно шли. Это пассивный доход. А вот здесь внутренняя транзакция. Также всем миром это уже бонус начисляется, если человек покупает бизнес-автомат. И так далее. Так, а вот здесь вот это уже проект GMMG. Это мне с инвест-пакета уже идут деньги. 30 июня. И доходим мы до сегодняшнего дня, 3 июля. Вот мои доходы. Достаточно много. Все это в долларах. Если на курс доллара 62 умножить, то будет кругленькая сумма. Рассказываю. Зарабатываю я в проекте всем миром. Whole World. Кто меня будет смотреть в YouTube, мои контактные данные на страницу ВКонтакте, а также Skype, WhatsApp, Telegram, все будет указано под видео. Кто меня смотрит ВКонтакте, вот моя ссылочка на проект «Всем миром». Если вы хотите также зарабатывать проекту 7 лет, и 7 июля будет ровно 5 лет, как я принимаю здесь участие. YouTube у меня закреплен вот здесь на странице, вот мой канал. И там я выставляю периодически свои доходы. Ну, даже каждый месяц, когда снимаю, я выставляю свои доходы. Как это работает? Вот здесь вот посмотрите презентацию обязательно, как это работает. 7 июля будет ровно 5 лет, как я приняла здесь участие. Вот что бы было, если бы в 2013 году я не стала участницей этого замечательного проекта? Я до сих пор, наверное, жила бы в общежитии, а сейчас у меня уже 3-я квартира. Я покупала 2-комнатную квартиру, сейчас я живу в 3-комнатной квартире. Документы у нас официальные, вы можете на главной сайте все своими глазами посмотреть. И сейчас у нас проходит акция кэшбэк, как можно вернуть свои 100 долларов. Оказание помощи равно 100 долларам. По 30 июля, вот здесь вот техники скоро поправят, вы получаете после оказания помощи 20 пин-кодов по 5 долларов. Вот, смотрите, люди идут. Вот 3 июля, 3 люди активируют свои кабинеты. Если мы откроем любую транзакцию, мы увидим телефон, email,
и под кем этот перевод. 10 долларов это от личных, 5 долларов это от людей, которые подо мной. 5 и 15 долларов уже от структуры идет. Кто меня смотрит в YouTube, ссылочка будет под закрепленной записью. Есть у меня такие пин-коды на активацию кабинета номиналом 5 долларов. Я продаю их за 200 рублей. Сначала вы активируете кабинет, привязываете кошелек, который вам нравится. Я советую Advanced Cash привязывать. Потом оказываете помощь 100 долларов. И начинаем с вами плотненько работать. Добавим вас в командный чат. И дам инструменты. Есть платные инструменты, обучающие брифинги, что делать новичку, с чего начинать. И также есть платные инструменты. Моя методика «приглашай, не приглашай» работает. Работает уже несколько лет. В топе 10 это я являюсь лидером, начиная с 2014 года, как ввели топ. И я постоянно в первых местах. Ну вот у нас тут с человеком по 9 бизнес. Я считаю, что первое место надо было среди нас поделить, а это пустышки. То есть они зарегистрировались, но не оказали финансовую помощь. Поэтому я считаю, что по 9 одинаковое количество должно быть 2 первых места. Но такого не бывает. Так что жду вас в свою команду. Будут у вас вопросы, пишите, звоните. Всем пока-пока.